как видит Новую Зеландию водитель, вот в данном случае я, руль, приборная панель, а вот как он видит соседа своего, который сидит, хомячит пакет черешни. Видит только что. Для плантации. Он сидит, спряталась и не делится. Приехали на скалы. Сейчас посмотрим, что тут есть. Чтобы добраться к скалам, необходимо вот с основной дороги, магистрали, свернуть на грунтовку. Идти где-то километров 8-9. По грунту доехать как раз таки сюда и запарковаться. Потому что дальше тропа перекрыта. И можно идти только пешком. Вдали хорошо видно основную магистраль, с которой мы приехали, вот она, там проходит в долине. Thank you.
I'm going to drive right around. First turn off on the left, you'll see a big grey building. Uh-huh. Now that is your main shower, toilet, kitchen. Okay. Стоит наша палаточка с машинкой. Еще солнышко светит. Еще вот и 9 уже. И 8 с хвостиком.